Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, что пришельцы могут вселяться в людей, настоящих людей, и они могут ими управлять. Почему это все так происходит и почему очевидцы не могут вспомнить то, что они видели? Не так давно случилась необычная и очень страшная история. В 2017 году группа студентов хохотали и пошли в заброшенную, можно сказать, больницу. Но не зная, что там их будет ждать, они снимали это все на камеру. Они увидели, что эта заброшенная больница находится за городом где-то километров 15 и решили заснять призраков. Но там призрака их даже и не было, кроме совсем другого. Когда они снимали свое начинающее, можно сказать, блогерство, они увидели, что над больницей летают необычные огни. Это уже было около 7 вечера. Но суть в том, что они, когда заходили в эту больницу, почувствовали необычную такую угрозу. Ну, это бывает у множества людей, седьмое чувство называется. Когда они шли дальше вглубь этой больницы, группа из 7 человек решила разделиться на 2 группы. Кто-то в морг должен был пойти, а кто-то наоборот выше. Больница была около 7 этажей, но она старая, ее уже закрыли в 63-м году. Но суть в том, что все остальные, которые там лежали, инструменты, они еще там находились. Но это повод еще был предоставить того, что они увидели. Они увидели, что рядом с ними в окне пролетает необычный шар яркого типа. Они снимали это на камеру. Удивительно то, что этот шар даже не боялся их. Студенты начали кричать, запугивать этот шар. Он улетел. Вторая группа, которая была в морге, смотрела необычную такую картину, как ужас. А что на самом деле студенты видели? В морге, когда они ходили все-таки по комнатам, они увидели необычную картину, что необычное движение стало двигаться, а именно стулья, столы и много другие приборы. Им показалось, что они засняли все-таки призрак, потому что они не видели то, что видела камера. Но суть в том, что они увидели дальше. Они нашли необычную комнату, где обросла необычными такими ветками, растениями, и решили пойти туда. Это ошибка была, много необычных явлений, что их ждало там. Когда они зашли в эту комнату, то увидели необычное явление. 6 ярких огней стояли или летали перед ними. Но из 4 человек, которые находились в морге, ничего не почувствовали такую угрозу. Но это было ошибочное. Сзади них была необычная дверь, она захлопнулась. Студенты, по последним видеосюжетам, которые они снимали, просто оборвалась камера, на них что-то напало. Не зная проблему внизу, первая группа, которая составляла из 3 человек, услышали крики, и резко они затихли. Не думая то, что на их, можно сказать, друзей напало что-то необычное, они решили спуститься в морг. Когда они спускались в морг, они увидели множество необычных кровяных потеков, что на стене, что как будто руками что-то тянуло их. Чем дальше они шли в морг, тем страшнее им было. Они слышали необычные звуки, как будто что-то рядом с ними находится. Но они, не думая о том, что их и правда что-то там ждет, они не знали. Когда они зашли в необычную комнату, то увидели, что один из группы, Дэвид, ему было 18 лет, просто замер и висит над уровнем, можно сказать, земли около 20 сантиметров. Друзья его взяли за руки, за ноги и отпустили. Но когда они увидели, что на лице у него страх, и он не может говорить, а глаза моргали, можно сказать, почти через минуту, им стало подозрительно страшно. Они подумали, что в них селился призрак. Но это не был призрак. Вдали комнаты они услышали необычный стук, как будто приборов.
Он усиливался. Они очертания увидели вдалеке необычного монстра, который скрывался, но они не боялись. Что происходило дальше, я вам сейчас расскажу. Когда они увидели необычного существо, которое перепрыгивает через стенку на стенку, то они ужаснулись, что это, скорее всего, что-то страшное. Тогда же в этих местах еще в 62-м году начали умирать пациенты. Их находили без органов, и очень странно. И поэтому закрыли больницу. Не могли объяснить, как может человек лежать в больнице и уже без органов. Существо, которое приходило сюда, это было инопланетное существо. Оно забирало у людей органы. Никто не мог поверить своим глазам, что это существо забирало сердце, печенку, печень и все остальное ради что-то другого. Последние кадры, которые сняли на видео, это то, что существо напало на всех троих. И это очень странно. Полицейские, местные жители знали про это существо, но никто не говорил. Когда они посмотрели камеру, то они ужаснули, что всех просто-напросто необычное яркое освещение их убило. Но что на самом деле это было? Повторяемые суть людей, которые здесь и находились, они утверждали только одно. Они среди нас. Что это могло значить, вы должны прекрасно понимать. Пришельцы прилетают на Землю ради ресурсов и, скорее всего, теперь ради людей. Но думайте сами, были это глаза людей, которые верят что-то паранормально, или все-таки пришельцы убивают людей ради органов. Вот и вся такая страшная история.